Девчонки, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Очень многие из вас меня часто просят, чтобы я сняла свое место, где я крашусь, свой туалетный столик и организацию своей косметики. Сегодня я наконец-то решила снять видео такого плана, и если вам интересно такое видео, то продолжайте смотреть. И всем приятного просмотра. И вот так вот выглядит мой косметический столик. Сейчас все рассмотрим поближе. Столик у меня из Икеи, вот такой вот беленький. Стекло мы покупали отдельно, так что присмотритесь, очень хороший вариант для хранения косметики. И с правой части моего стола стоят все кисти, которыми я пользуюсь каждый день. Вот в такой вот очень милой подставочке котики у меня стоят мои ежедневные кисти для макияжа глаз. Те, которыми я пользуюсь практически каждый день, и они мне нравятся очень. Это кисти от GZAP, от еще некоторых китайских брендов. И кисть моя любимая от Hakura H85 для оформления бровей. С этой подставочкой у меня связана тоже очень приятная история. Дело в том, что первый раз, когда мне подарили кисти, мне подарили именно в этой подставочке, и она у меня до сих пор сохранилась и радует глаз на моем туалетном столике. Как мне кажется, она очень хорошо вписывается в его интерьер. Далее у меня стоит вот такая вот маленькая подставочка для бьюти-блендера. Как мне кажется, мне очень удобно его хранить в такой подставочке. Я всегда знаю, где он всегда в чистом состоянии. И присмотритесь, если где-то найдете, очень удобная вещь. Здесь у меня стоит вот такая вот тарелочка с магазина Икея белого цвета. Изначально она у меня стояла посредине стола, и в нее я ложила всякую мишуру, но она очень сильно начала захламляться, и я приспособила ее как вот такую вот небольшую подставочку под кисти для лица. И кисти у меня стоят вот в такой вот тоже подставке, очень похожие, как продаются в Икее, но у нас в Украине есть магазины «Все по 5», в России такие же магазины, как я понимаю, называются «Fix Price», в которых можно найти очень классные вот такие вот горшочки для садоводства. И вообще, девчонки, в любых магазинах, в которых есть отделы садоводства, присмотритесь, там бывают очень интересные вот такие варианты, в которых можно хранить свои кисти. И еще раз повторюсь, здесь стоят все мои кисти для лица, вот такие вот для пудры, румян, хайлайтера, бронзера и прочее. Сзади у меня лежит обязательно пилочка для ногтей, потому что без нее я никуда, она должна быть постоянно под рукой. Вот такой вот обычный небольшой бальзамчик для губ. Здесь сзади у меня стоит вот такая вот подставочка уже от Икеи в белом цвете. Здесь у меня хранятся все кисти, которыми я реже пользуюсь, такие дополнительные. Также завивалка для ресниц, пинцет, там еще кисти для помады, ну и все такое, которое я не пользуюсь каждый день, но оно мне всегда все равно нужно под рукой. И теперь плавно переходим к левой части стола. Здесь у меня стоит вот такая вот прекрасная свечка, которая радует меня своим внешним видом. Она просто несет здесь декоративную функцию, так как никакого запаха она не имеет и просто очень красиво смотрится. И вот такой вот акриловый контейнер, который мы сейчас рассмотрим с вами поближе. И вот в таком вот акриловом контейнере у меня стоят те продукты, которые я использую чаще всего. Здесь у меня стоит две вот такие вот палеточки от Beauty UK. Это бронзер и палеточка для бровей у меня. Потом вот такая вот помада от NYX для бровей. Тоже сейчас тестирую ее, неоднозначно у меня такое впечатление о ней. Хайлайтер от Mimimi, жидкий в розовом оттенке. И тональная основа от Yves Rocher. Справа стоят у меня помады. Вот эти три помадки у меня от нашей украинской марки косметики Etoile. Одна из помад была на мне в видео, и вы очень лестно отзывались о ней, и вам она очень понравилась. Это помада в 120 оттенке, вот такая вот темно-бордовая. Я ее, правда, смешивала с фиолетовыми тенями для того, чтобы добиться более интенсивного фиолетового цвета. Но все же основой у меня была она. Помады очень хорошего качества, и за свою цену они стоят просто копейки. Если найдете, покупайте, не пожалейте. И сзади стоит помада, очень похожая по дизайну, практически идентичная. Но это у меня Maybelline, серия Color Sensational, цвет Intensive Pink.
Очень классная помада, хорошо увлажняет губы, не сушит, имеет натуральный оттенок. Я ей очень довольна. Сзади у меня стоят два вот таких вот продукта от марки Эвелин. Это сыворотка для ресниц и гель для бровей. Следующая, это у меня самая моя первая красная помада, которая у меня появилась. Это помада от Avon. Очень тоже, кстати, классная помада. И мой любимый нюдовый блеск, который я просто обожаю. В первую очередь из-за его запаха. Это очень шикарный персиковый запах. Это L'Oreal 601 оттенок Nude Ballet. Ну и в первом ящичке у меня находятся мои карандаши для губ. Их у меня достаточно небольшое количество, но здесь собраны все те оттенки, которые, в принципе, мне на данный момент нужны. Это классический красный у меня от марки Etoile. Кстати, присмотритесь, очень хороший карандаш, имеет очень хорошую стойкость. И я его наношу под помаду Nuba Millibachi, классический такой красный насыщенный цвет, очень хороший. От марки Prestige недорогой карандашик в оттенке пыльной розы. Потом классический розовый карандаш от Эвелин, морковный от Эвелин и мой любимый от марки Париза карандашик в нюдовом оттенке. И последнее отделение, которое у меня находится в акриловом контейнере, здесь находятся мои туши и продукты для бровей. Здесь у меня мой старенький гель для бровей от фирмы MAC, гель для бровей Brow Drama от Maybelline, тушь от Maybelline Lash Sensational, тушь Cabaret от Vivienne Sabo, водостойкая версия, и миниатюрка туши от Glossip компании. Ну все, в принципе, с контейнером мы закончили. Здесь, еще раз повторюсь, были продукты, которые я достаточно часто меняю для того, чтобы либо какие-то продукты, которыми я начинаю редко пользоваться, я сюда выставляю, чтобы они напоминали мне о себе своим внешним видом, либо же те продукты, которые я очень люблю и хочу, чтобы всегда были под рукой. И слева у меня расположена вот такая ниша, на которой у меня стоят палеточки теней, вот в такой вот небольшой коробке. Это Urban Decay Naked 2, Lorac Mega Pro, китайская палеточка на 240 цветов, зеркальце мое запасное. И, девчонки, если кто еще не видел видео про китайскую косметику, то обязательно зайдите, посмотрите, очень много интересной информации. Следующим у меня здесь стоит вот такая вот баночка со спиртом. Я ее купила на китайском сайте. Очень удобно, так как я очень часто делаю шеллак себе. Вот даже сейчас можете видеть у меня на ногтях. И также, если я что-то разолью, либо же испачкаю, то очень удобно смочить спонж в спирте и протереть, не остается никаких пятен. Да, девчонки, кстати, если вы хотите увидеть, как я делаю шеллак, то напишите мне в комментариях, потому что это тоже один из моих must-have'ов, продуктов из китайских сайтов. Если вам будет интересно, я более подробно расскажу. Дальше у меня расположены моя бижутерия. В принципе, я ее специально расположила на самом видном месте для себя, потому что я очень сильно люблю ее покупать, и мне очень много нравится разных украшений, также сережек и массивных украшений, как видите. Но я довольно-таки редко ее ношу, как-то постоянно забываю ее надевать, и для этого повесила ее на самое видное место, чтобы она мне, как сказать, так муляла глаз, и для того, чтобы я довольно часто ее носила. В самом углу у меня стоит акриловый контейнер с моими помадами и блесками, и давайте посмотрим на него, конечно же, поближе. В принципе, с помадами у меня та же история, то, что из бижутерии. Я их очень сильно люблю, мне нравятся такие яркие, неординарные оттенки, но я как-то постоянно забываю их наносить и больше акцентирую внимание макияж на глаза. Слева у меня стоят все мои жидкие матовые помады. Это моя любимица Nuba Millibachi номер 7. На все времена и всем буду советовать всегда. Она просто идеальная по своему оттенку, текстуре и вообще просто мега. Две помадки от Bellore Design в таких ярких оттенках. Одна такая более персиковая, вторая более розовая. И помадка жидкая от Glossip, такой вот оттенка пыльной розы. Следующим идет очень классный блеск от Beauty UK. Затем идет какая-то супер бюджетная помадка, которую у нас в косметических магазинах начали выпускать под личной маркой. В принципе, ничего особенного, просто красивый оттенок, такой морковно-розовый. И следующий тоже продукт от Beauty UK, он уже такой немножко, видите, заерзанный. Это такой вот тоже
карандаш-помада такого морковного цвета. Мне очень нравится, что он оставляет хороший тинт на губах. И даже после того, как вы, например, покушали или попили что-то, цвет остается достаточно интенсивный. Сзади у меня вот такой вот блеск от La Touche. Я, наверное, его отдам кому-то, потому что, когда заказывала белорусскую косметику, я все-таки думала, что этот оттенок будет матовым, как и те помады от Bellor Design, но, как казалось, это просто был матовый блеск для губ. Такой вот яркий блеск с шиммером, с блесточками крупными от Essence. Супер блеск от Bourjois в шикарном просто коралловом оттенке. Если вы можете заметить, достаточно часто у меня встречаются коралловые оттенки. На губах мне очень нравится, как они смотрятся. Супер блеск ложится достаточно плотным слоем, хотя у него и жидкая консистенция. Держится очень хорошо и можно даже скорректировать контур губ. Не растекается. Такой нейтральный обычный розовый блеск от Avon. Еще давно когда-то покупала блеск от Oriflame. Мой любимый блеск от Avon. Он прозрачный, с такими мелкими блестками. Он очень классно освежает губы ментоловым таким эффектом и очень классно. Блеск от Mary Kay, помада от Avon еще одна и помадка от какой-то неизвестной мне марки косметики, просто купила, вот LCF, нравился оттенок. Но от этой помады я тоже буду избавляться, потому что она имеет такой очень сильно какой-то пыльный цвет, и он мне абсолютно не идет. Я смотрюсь, как какая-то кукла Барби, и ничего хорошего из этого не получается. Со стола мы уже закончили, теперь давайте перейдем непосредственно к его наполнению. У меня здесь одна полка, и будем смотреть, что же там есть интересненького. Как видите, в моем отделении все обустроено таким образом. Я купила вот такие вот полупрозрачные пластиковые контейнеры. Мне нужно будет прикупить еще небольшое количество, потому что мне не особо устраивает то, что я на данный момент имею, потому что небольшой бардак такой происходит у меня, и некоторые продукты нужно уже выкинуть, некоторые, может быть, кому-то передарить, потому что я не пользуюсь ими. Слева у меня лежит мой утюжок для волос, которым я довольно часто пользуюсь. Здесь я приближать вам не буду. Здесь у меня лежат блесточки для любых каких-то праздников, новых годов, либо же просто каких-то мероприятий, либо же украшений. Мои метеориты такие в шариках от компании Avon. Хороший очень продукт, очень люблю пользоваться им летом. Сзади у меня стоят там маленькая такая коробочка с пробниками помады Avon. Я когда-то покупала, для того, чтобы не покупать много продуктов, я покупала небольшое количество. Моя уже старенькая, самый первый заказ мой с iHerb. Можно меня увидеть здесь. Самый мой старенький заказ я из iHerb, палеточка от Elf с бронзером и румянами уже почти закончилась, но добью, потому что очень нравится. Так, здесь у нас пудра Affiniton в достаточно темном оттенке, я ей пользуюсь летом в основном. Крем от Nivea, жирненький, такой хороший, если у меня есть какие-то очень сильные сухости, пользуюсь им, он как-то универсальный. Палеточка от Beauty UK, не особо сильно я ей довольна, буду тоже либо передаривать кому-то, либо выбрасывать. И вот такая вот от джинс у меня магнитная палетка, в которой собраны некоторые цвета. Далее у меня идет вот такое вот маленькое отделение с разными пигментами и блесточками. И точилочка от Color Me, в принципе, для большого карандаша диаметра и маленького. Абсолютно меня полностью устраивает. И далее тоже в таком же маленьком отделении у меня идут все мои бальзамы для губ. Бальзам от Nivea SOS восстановление, бальзам от Maybelline Baby Lips, Carmex. Как всегда, любимый, конечно, вкус у него ужасный. Вот такое вот масло для губ от Nivea, очень люблю. Малину не так люблю, у меня в сумке находится орех макадами и что-то еще там. Очень вкусный, пахнет киндером. Ну и подходим мы, наконец-то, к самому, в принципе, основному, то, что есть в любом макияже девушки, это тональные основы. У меня здесь, давайте по порядку, сначала начну с тех, которыми чаще всего пользуюсь, и перейдем тем, которые я уже как-то забросила и не пользуюсь практически, либо они мне не нравятся. Сейчас очень активно пользуюсь вот этим L'Oreal Infallible 24 часа матовое покрытие. Единственное, что оттенок я выбрала себе неправильный, розовый ваниль. Ну, он подстраивается, в принципе, под кожу, но мне не особо нравится, как
выглядит этот оттенок, хотелось бы немножко более желтоватый потом. А заканчивается у меня уже Афинимат от Maybelline, отличный продукт, мне очень нравилось, я его смешивала с вот таким вот тоном от Bourjois Healthy Mix, как видите, они лежат просто на боку и все стекло. Это у меня просто оттенок на лето такой, а этот был светленький, и потому я их смешивала, они давали идеальную консистенцию. Следующий продукт — это тональный крем от L'Oréal Просто Infallible. Если честно, купила его по ошибке, мне он не подошел абсолютно, он очень плотный, очень жирный, и буквально вообще очень сильно его видно на коже, он 100% не для жирной кожи. Так, затем у меня идет две базы под макияж, Maybelline Baby Skin, которая уже практически закончилась, и новенькая L'Oréal, вот такая силиконовая основа, наношу очень часто, когда нужен достаточно стойкий макияж. И последние две тональные основы, это у меня от Beauty UK Matte Fix Foundation и от Art Deco Long Lasting Foundation Oil Free. Вот этот тональный крем очень сильно любила в свое время, он у меня практически закончился. Он дает идеальное плотное покрытие, которое держится очень долго и скрывает, в принципе, все покраснения, все прыщички. Очень классное средство. Второй — это вот такой вот от Beauty UK Matte Fix Foundation в 02 оттеночке. Когда я его только купила, как-то пользовалась им, но потом что-то начало ложиться пятнами, не знаю, может быть, попробовать, если не приноровлюсь к нему, тоже продам, либо же отдам кому-нибудь. И здесь, в этом же отделении, я положила свою базу от NYX, вы уже миллион раз ее видели, это белая база, обалденная, классная, супер, много раз о ней говорила. Следующее отделение вот здесь вот внизу у меня, это отделение моих консилеров. Здесь у меня консилер от Beauty UK, в принципе, хорошо перекрывает, но очень имеет такой пудровый финиш, потому подсушивает достаточно сильно. Для девочек с сухой кожей вообще полностью противопоказан. Мой любимый консилер от Evelyn Art Makeup Concealer, хайлайтер, консилер 2 в одном, и вот у меня, кстати, он новенький тоже лежит. Я прикупила уже себе про запас, потому что он как-то быстро очень пропадает с прилавков. Такой вот консилер в стике от Ave, мой любимый консилер, который использую как базу под тени от Vivien Sabo. И достаточно классный консилер, который перекрывает очень хорошо недостатки, но его нужно наносить, это Bourjois Healthy Mix, его нужно наносить точечно, подождать, пока он подсохнет, и потом чуть-чуть растушевать, и он как бы засыхает на месте, но не создает такую сухую пленку, сухую корку, точнее. Следующее отделение у меня идет уже с продуктами для глаз, это карандаши, подводки и все остальное. На каждом продукте здесь я останавливаться не буду, здесь достаточно бюджетные продукты все, это либо же Evelyn, либо же Fleur какое-то там, все, что в принципе покупала. Я особо внимания никогда не обращала на это, но на данный момент хочу прикупить себе несколько карандашей от Urban Decay, которые говорят, что супер стойкие, имеют очень хорошую стойкость, либо же от Zoeva. Посоветуйте, девчонки, тоже в комментариях, какие хорошие карандаши вы можете мне посоветовать, такие, чтобы были стойкие. Следующее, к чему мы переходим, это у меня такое отделение с тенями. В принципе, здесь лежат какие-то тени от Bourjois, Pupa, Deborah, подводка от Maybelline, Oriflame, бирюзовые тени от Prestige Cosmetics, такие рассыпчатый пигмент очень красивого бронзового цвета от Color Me. Потом тени от Fleur Mar, к сожалению, разбились и не знаю, что делать с ними. Видите, здесь откололось, надо, наверное, снять рефилы просто и положить магнитную палетку, переместить. Потом моя любимая пудра от Art Deco, ее осталось уже здесь совсем чуть-чуть на дне, пользовалась ей очень часто и советую, очень классный продукт, особенно на лето, на все лицо просто супер. Мои тени от Color Me любимые, тени от Catrice. И Art Deco однушечка такая, очень красивый цвет тоже, присмотритесь, 383. Тени от Essence Metal Glam, в каком заклеен оттенок, не могу сейчас вам назвать. Тени от Etoile. Ну и что, девчонки, у нас осталось всего лишь два отделения. В этом отделении у меня находится двое кремовых теней от Ave под макияж глаз от Essence. И все мои тени от Maybelline Color Tattoo, очень их люблю и очень часто использую. И в последнем отделении у меня находится уже, как вы слышали, королиста, которую я до сих пор не выкинула.
Хула моя любимая от Benefit, Mary Lou, пудра от Maybelline Finimat, румяна от Gauche и снова же румяна от Beauty UK. Ну и на этом все, девчонки. Если вам понравилась моя коллекция косметики, ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Море улыбок, вам хорошего настроения, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока, до новых видео.